Ну что, друзья, шановне панство, всіх вітаю, всім привіт, друзі, господа. І ми на одному з участків, тому що там у нас сніг пройшов, тут у нас сьогодні, по-моєму, 10 марта, мабуть, морозець. Но там у нас грязюка туда дальше, где наш участок. И мы пока не едем. Обрабатываем здесь вот то, что прошли наши товарищи. И за ними делаем подборку. Ветки собираем. И остатки. Прицепе у нас абрикос. Как видите, вот пшеничка такая у людей. Вот мороз градусов 5-6 был. Уже удобрения внесли. Видите, друзья, как думаете, что это за деревья? Вы уже опытные. Мои друзья, это дубы, но их никто не пилил, как вы сами понимаете. Дубы остались на месте, это дубовая посадка, и убирали подлесок вот такой сухой, его даже не весь убирали, видите, вот это вот буквой В, это сухое, но его все ж не срезает, должна быть ветрозащита, поднимется вот там. О, он тоже вот, там дерево. Так что, а здесь кустарника много, потому что солнечная сторона, видите, здесь у нас. Вот так вот кучи складываются, видите, вот остатки. Это можно еще приезжать, забирать, люди забирают. Это можно. Приезжай без пилы, пожалуйста. Ручная пила, собирайте. И все. И вот такие дубы им лет по 70, по 80. Красавцы. А здесь сухо, потому что солнечная сторона и снега меньше было. А там, где мы работаем, как я говорил, как раз 40 километров морская зона, и ветер отдавливается в другую сторону, и занесло снегом. Поэтому пока мы это здесь вот уже вон оттуда вот от края идем, движемся в ту сторону. Погодка морозная, но хорошая. Ну, скорее всего, как тот год пойдет сразу, потом с апреля резко тепло. Ну, мы надеемся, я уже не раз говорил, что наконец рыбалка на бычка пойдет, возможно. С апреля все-таки бычок подходит, и пойдем ловить рыбку. Покажу вам одну вещь, что мне понравилось.
Не знаю, скажите, друзья, в комментариях, у вас такое в Америке есть? Это кофе-кола. Вот такая вот у нас есть штучка. Поставлю сейчас, друзья. Так. Вот такое я пью по чуть-чуть. Здесь тоже вот у нас немножко уже начали складывать. Там спереди тоже надо пособирать будет. Пройти. Ну и что мы будем дальше двигаться в эту сторону. Я сам еще не ходил. Пройдем с вами минутку, посмотрим. Вот видите, гнилое уже совсем. Такое вот еще. Огромное, конечно, но гнилое, видите. Ну это как домой отличный вариант. Так что, видите, неплохой вариант домой. Так что вот так вот мы, как говорит дядя Паша, други мои, работаем. Вот здесь тоже абрикосина лежит. Видите, уже это вот оно, павшее. Им уже лет 50, и они гниют быстро. А здесь вот тут уже неплохая акацийка. Здесь вон, а там кусты. Пройдемся, пособираем. Там вот. Вот дубы какие красавцы. Ух. Так что, друзья, вам, как всегда, хорошего настроения. Дима Малыш говорит, работы много. Да и у нас ее хватает. Удивительно почему-то, да? Все, друзья, всем приятных просмотров. Ну, как всегда, до встречи на наших курортах.